боец в синем углу. We introduce the blue corner first. Ему 21 год. Рост 1 метр 91 сантиметра, вес 84 килограмма. He is 21. Height 191. Weighing 84. Из Кутаиси, Грузия, представляет Evolve Gym. He hails from Kutaisi, Georgia, presenting Evolve Gym. Его базовый стиль – вольная борьба. His style is freestyle wrestling. Его профессиональный рекорд – один бой. His professional record is one fight. David Чиклаце! Его соперник – боец в красном углу октагона. Ему 24 года. Рост 1 метр 76 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Из Назрани представляет клуб «Эскар». Он мастер спорта по борьбе. Его профессиональный рекорд в ММА – один бой. Амирхан Мержоев! Ребери в октагоне Мартан Мурадов. Итак, Амирхан Мержоев, Давид Чехладзе, 24 года Мержоеву, помладше будет Чехладзе, и разница в росте есть определенно, повыше будет Давид. Итак, смотрим. Но при этом фактурнее Амирхан, вот что. Да, он выглядит покрупнее, возможно, побыстрее будет, в свою очередь, Давид Чехладзе. Лоу-кик по внешней стороне, здесь по корпусу, пока без борьбы, все. Да, один берет тяжестью ударов, другой скоростью. Это видно уже на первых секундах поединка. Ну и разница в росте и размахе тоже видна. Начинает качать корпусом активно. Боец из красного угла. Очень опасно машет оверхендом Амирхан. Но в данном случае для... Комбинация неплохо! И вот такой заход борьбы. Тут же понесся вперед Амирхан. Но не навязывает борьбу. Вот здесь уже лучше. Слева зацепил. Да, не самый академичный бокс в исполнении Мержоева, но тяжесть ударов компенсирует как раз-таки вот этот недостаток. Да, Мержоев просто в полной решимости именно переехать оппонента в стиле Майка Тайсона, не иначе. Да, забить до отключки. Давид выжидает, не бросается. Хорошо. Неплохо. Лоу-кик. И здесь ответные действия от Чехладзе. Пытается Давид все-таки как-то оказывать давление из центра. Здесь был удар в пах. Будет небольшая пауза. Сейчас переведет дух, в свою очередь, и Мержоев. Возможно, мы увидим максимально стремительную атаку сразу после возобновления встречи. Смотрим. Нет, мне кажется, более, да, размеренно все будет. Попытки на скачке, да, ударить со стороны Амирхана. А вот здесь такая целенаправленная работа от Чехладзе. Хороший лоу-кик тем временем пробивает Мержоев. Да, причем именно пробивает по бедру, не метит в икру. Здесь сдвоенная атака слева, но на сильнейший справа не вышел. А теперь уже оверхенд. Достал, достал. Через руку, но достал. Это было видно. Еще разок туда, пытается завести максимально височную долю. А, и как правило, после вот таких оверхендов борцы переходят к настилу, совершают попытки перевода. Здесь же все в стойке. И вот видите, вторая попытка, опять не получается. Борьба не проходит. То Амирхана. Ну, Чехладзе выходит из вольной борьбы. Мне кажется, здесь намеренно как раз-таки выполняет определенный геймплан Амирхан Мержоев, не допуская для себя и для соперника борьбы. Ну, учитывая общую такую мышечную массу, вот передышать будет довольно тяжело Мержоеву соперника. Да, абсолютно точно. И просто на дистанции может лучше выглядеть именно Чехладзе. Да, даже если уступит первый раунд. Не исключается такой вариант. Хороший щит. Одна и та же мысль пришла в голову. Неплохой оверхенд. Тот же по корпусу. Но необходимо Давиду Чехладзе немного включаться. Еще раз живот от Амирхана. Опасно бьет ногами Чехладзе, потому что контрит Мержоев настолько, насколько это возможно, тут же летит вперед именно на руках.
по корпусу не очень удачным. И вот те самые проблемы с кислородом, кажется, уже начинают выходить на первый план. Возможно, это эпизодические моменты, но все-таки активности не хватает. И рефери делает замечание. Абсолютно логично. Мирхан Мирзоев взял такую очень большую паузу. Давид же не включился. Ух ты! Опасные ответы на джеб Чехладзе. Бэкфист. И тут же борьба. Вот это шанс для Мирзоева. Он тащит и бросает буквально через себя. Тут же забирает спину, накатывает дальше корпусом. Втыкает удары. И здесь пропускает. Летит навстречу. Пережидает эту вспышку Чехладзе. Очень много сил опять здесь потратил Амирхан. Понятно, что это понравилось публике. Это было красиво и ярко. Но сколько там было точных попаданий? Вопрос, насколько это все будет оцениваться судьями. Тут же мы больше про удары, нежели чем про оценивание бросков. Да, здесь три раунда по 5 минут. Трое судей работают на каждом поединке. Ничейные результаты невозможны. Это тоже важно. Это очень важно понимать. Значит, придется при равенстве делать выбор чью-то из сторон. Хорошая двойка от Мирзоева. Я так понимаю, последние секунды этого раунда. Да, этот бой зайдет во второй отрезок. Причем зайдет абсолютно логично. Так, второй раунд. Закрывается калитка. И в клетке традиционно остается только трое. Рефери и двое бойцов. Первое техническое действие от Чехладзе. Хорошо. Да-да. Попал Амирхан. Совершенно точно. И пытается добить соперника здесь и сейчас. Еще одна атака. Вкладывается Амирхан в эти атаки. Что-то вскользь, что-то в разрез. И здесь еще несколько хаммерфистов. Пытается активно обороняться там Чехладзе. Ему приходится очень тяжело. Здорово. С локтей. И предупреждение сейчас будет от Мартана Мурадова. Открывается. Жесткие удары. Амирхан идет дальше. Пытается применить свой джиу-джитсу. В данном случае Чехладзе опять перекрывается наглухо. Прижимает к себе. И казалось бы... просто на грани висел от поражения и сейчас может выровнять этот эпизод. Ну что ж, переждал эту бурю, готов Давид Чехладзе закрываться дальше. Ну и, конечно, атаковать в таком бешеном темпе долго просто невозможно. Да, учитывая, опять же, температуру внутри спорткомплекса, очень тяжело здесь быть суперактивным. И, наверное, это будет даже не очень разумно. Ревет публика, поддерживая в первую очередь Мирзоева. Он по-прежнему находится в гарде, который закрыт. Активности не хватает. По корпусу. Пытается вытащить правую руку и так хорошо ударить по голове. Еще несколько ударов. Ну, здесь такая уже идет отработка, как будто бы на мешке. Несколько ударов в корпус, затем в голову. Самое важное здесь сохранять темп определенный, для того, чтобы рефери не вмешивался. Корпус.
Да, сильно замедлился поединок вот после этого эпизода, после падения. Но опять же, все может возобновиться, потому как взорваться Амирхану Мирзоеву ничего не стоит. И он это делает, кстати. И вот здесь обходит, забирает спину. Тут же ноги заправленные. Ситуация уже хуже. Попытка удушения пошла. Смотрим. Снял руку. Сейчас и по-другому показывают секунданты. Нужно защищаться. Чехладзе выберется или нет. Накатывает корпусом дальше. Полный маунт. Морда подключает локти. Ждет. Ждет Мирзоев. Удары в разрез. Здесь вскользь. Еще одна попытка полоборота. Обороняется Чехладзе. Определенную хорошую пластичность демонстрирует Давид Чехладзе. Да, выкручивается, будь здоров, из подобного рода позиций. Но в данном случае уж лучше половинный гард, чем бэкмаунт. И необходимость держать вес оппонента. А теперь гард закрыт. Ну, можно сказать, что дела немного наладились для Чехладзе, хотя, конечно, раунд он проигрывает в пух и прах. Более того, учитывая вот эту затяжную атаку, может быть, даже и восьмерку поставят. Кто знает. Возможно, добивает здесь Амирхан. Корпус, голова. Но время еще есть. Да, минутка с лишним. Попытка была на болевой выйти и открыт корпус. Здесь можно свободно работать Амирхану Мирзоеву, но он предпочитает здесь законтролировать. Опять лежит бетонной плитой сверху. Смотрим. Боковой контроль. Есть еще несколько секунд. Морда постараться забрать победу здесь и сейчас. Колено по корпусу. Причем не только справа, но и слева. Нет, сил уже нет, это понятно. Да, пытается занести правое колено, дабы пересесть полный маунт. Но это, в принципе, и Давид Чехладзе хорошо понимает, не давая возможности ему это все реализовать. 10 секунд. 10 секунд от этого раунда остается. И мы увидим первый и третий раунд в рамках турнира NFL 1. Пока все. Итак, впереди третий раунд. Давид Чехладзе против Амирхана Мирзоева. Скорее всего, счет по раундам 2-0 в пользу Амирхана Мирзоева. Но со вторым вообще никаких вопросов нет. Там может быть даже и 10-8. В первом было ближе, но опять же, активнее смотрелся именно боец с красного угла. Не бросается вперед здесь Мирзоев. Бэкфест тем временем от Чехладзе. Но вновь с левого на скачке пытается зайти Амирхан. Тяжеловато дышит. И для каждой комбинации уже так немножко начинает собирать силы. Руки опущены. И вот это момент истины на самом деле. Да, можно выиграть два раунда потенциально, но в третьем не выдержать этого накала, да, и отдать поединок, но пока не спешит. Амирхан пропускает, но при этом бьется. Чехладзе очень аккуратен.
Еще один удар по воздуху. Сохраняет дистанцию Миржуев. Точечно действует. Видно, что хочет Чехладзе просто хорошей двойкой потрясти и потом увеличить преимущество. На сближении передняя рука в деле Миржуева. Чехладзе прессингует. И вертушку решил пробить. Да, это средняя весовая категория. Здесь, конечно же, нокаут может случиться в любую секунду. Ноги уже не поднимаются на должный уровень у Амирхана. Руки подзабились, видно. Чехладзе выцеливает. Голова открыта у Амирхана. И не совсем понятно, чего ждет Давид. Удар вопросом был. Потенциально очень опасно было. И вот сейчас момент истины действительно наступает для Амирхана Миржуева. А времени еще 3 минуты. Вот. И призывает к активности Мартан Мурадов. Да-да-да. И видно, что Давид Чехладзе может добавить в этой активности. Амирхан отбивается и держится. Просто вот выиграть раунд Чехладзе будет недостаточно. Не давать работать, перемещаться Амирхану. И вот так здорово отвечать, да, слева пытаться потрясти. Ну, а, в общем, Давиду Чехладзе нужно здесь, в общем-то, ва-банк идти. Абсолютно точно. Попытка побороться. И он заходит в гард, получает порцию аплодисментов. Возможно, ключевой эпизод в третьем раунде мы с вами увидели только что. Да. Головой бить нельзя. Аккуратно, аккуратно. 2.20, чуть менее. Нет, выбраться здесь не получится. Есть контроль корпуса. И вот теперь можно смотреть смело на секундомер. Время действительно уходит. И это время не то чтобы работает на Амирхана Миржуева. Но оно работает скорее не по раунду, а по бою. Потому что раунд, может быть, даже он и проигрывает. Да, это на итоговый результат. То есть здесь минимизирует он возможность попадания по себе. Просто так встать не получится. Корпус, голова. Ну, опять же, это тоже все считают судьи. Все идет в актив Амирхана Миржуева. У обоих парней пока рекорд 0-1. И, кажется, Амирхан Миржуев сегодня улучшит свою статистику. Еще по корпусу. Ну, устал уже Чехладзе. Он действительно сделал все, что мог. И когда он пропустил этот тейкдаун в третьем раунде, наверняка расстроился. Так вот, психологически немного просел. Пытается здесь выйти на Кимуру и поднимается так или иначе. Да, ух ты! Ничего себе! Давид Чехладзе! И пошел делать приемы, наверное, очень зря. Очень зря, нельзя хвататься за сетку, следить за этим Мурадов. И здесь поднимается в стойку. И 30 с лишним секунд есть у того и у другого что-то изменить в этом противостоянии. Парни решили паузу, да, собственно, организовать, но немножко попозже. Давайте, ребята, еще нужно 30 секунд простоять и продержаться, даже меньше. Да, они уже как будто бы договорились. Да, будет предупреждение, но парни уже не очень хотят драться. Они уже согласились на все, что произошло в этом бою. Большего им, видимо, не надо. Довольно интересный момент вообще. Давненько я такого не видел. И зарубиться на последней секунде в стиле Холлоуэя и Гэджи, это, конечно, мощь. Ну что, давайте наградим парней аплодисментами. Этот поединок продлился 3 полных раунда. Победу единогласным решением судьи одержал Амирхан Миржуев!